как же вы достали-то уже все, а? Так, Ника, подождите! Юля пропала, отец ее! Ника, подождите, полиция? Ника! Так, Ника, послушайте, дежурный, посмотрите. Примите, пожалуйста. Я честный детектив. Ник. Я очень за вас рада. Умеете обращаться с пылесосом? Вы ее не нашли, и в ментовке засветились! Я хочу, чтобы вы нашли мою дочь. Ага. Я к Марте Рудольфову. Проходите, пожалуйста. Гостиная прямо по коридору и направо. Как думаешь, убьет она Марту? Что? А как она погибла? Несчастный случай. Ну, это очень удобно говорить про несчастный случай. Такое ощущение, будто никто не знает, что произошло на самом деле. Что такое кулички? На улице Куличкова у нас психиатрическая. Спасибо. Здравствуйте. Мы в архив. Здрасте. Пожалуйста. А как вы сказали фамилию пациентки? Сахарова. Сахарова. Так. А какая именно вам нужна? А их несколько. Ну да, Татьяна Сахарова и Юля Сахарова. Точно. Вам какая нужна? Мать и дочь. Мне нужны обе. Нет, я пошла ей навстречу, дала работу, крышу над головой, и что? Она выливает на себя пол-литра моих духов, роется в моем нижнем белье. Марта Рудольфовна, пожалуйста, я очень вас прошу. Я не хотела. Так, чтобы ноги твои не было в этом доме. Марта Рудольфовна, но мне некуда пойти. Пожалуйста, я вас очень прошу. Все, хватит. Марточка, ну куда же она пойдет? Я не знаю, куда. В свой Торжок пусть едет. Откуда вы там? Ну, отец убьет меня, если я вернусь. Марта Рудольфовна, я же не специально. Я просто хотела быть красивой. Юлечка. Я хотела быть как вы. А вы, Юля, могли бы разрешение спросить у Марты. Деточка, ну вот эта вот прическа, там косметика, духи разные, это же не главное. Главное – красота, это молодость. Ну чушь собачья. Сама по себе молодость вообще ничего не значит. И беда не в том, что этой девочке не повезло с лицом или с фигурой, а в том, что в этой некрасивой головке нет мозга. Потому что умная женщина может быть красавицей даже вот при таких данных. Вы правда так думаете? Ну что, поговоришь с товарищем или оформлять его? Капитан, за что оформлять-то? Тоже мне проблема. За что найдем? А, Веста красавица. А я ее брал-то, как буханка хлеба была. Да, я, кстати, брала-то ее в полицейском питомнике, вон, у Снегирева. Ты чай-то будешь? Чего ты стоишь, как пень? Садись. Нет, нет, не буду. Там дачу вскрыли. Надо ехать у Коноваловых. Ну так что, забирать его? Да ладно, пусть живет. Парень-то вроде нормальный. У него, кстати, тоже собака есть. Собака? Южно-русская овчарка. Щенок. Кстати, намучитесь с этой породой. Да уже мучусь. Жрет все подряд. Пойдем, пойдем. Проводим дядю Снегирева. А, документы. Пойдем. А. Молодец. Кстати, прописка московская. И не женат. Так, давай, пока. Не женат. Нашим привет передавай. Спасла. Спасибо. За стол сесть можно? Да уж садитесь. Что вы хотели узнать про Юлю? Ну что опять, Николай? Да мужик какой-то подозрительный. Ну давай посмотрим, что там за мужик.
Вот, пожалуйста. Спасибо вам. А я могу это взять? Нет, что вы, это должно находиться в архиве. Какая жалость. А я могу хотя бы немножко выписать? У вас нет ручки? Да. Спасибо. Лида? Да? Ну и что здесь происходит? Почему у нас посторонние в архиве? Анна Владимировна, ну это же из полиции, по делу Сахар. Вы же сами подписали разрешение, чтобы я пустила в архив. Я ничего не подписывала. Как? Подождите, а вот это вот разве... Извините. Разве вот это вот не ваша подпись? Я никакого разрешения не подписывала. Но я же видела разрешение, он показывал. Сейчас, где же она? Вот она. А вот это вот разве не ваша подпись? Так, пройдемте со мной в кабинет, и там мы обо всем поговорим. Оставьте историю, пожалуйста. Ну вот. Звонит она как-то ночью, перепуганная, вся в слезах. Угу. Что-то у нее там с отцом произошло. А что произошло, не знаете? Она не сказала. Ну, она просто попросилась пожить у меня, и все. И вы, конечно, пустили. Ну, конечно, пустила. На свою голову. Нет, все можно понять. Она просто... Она человек с очень тяжелой судьбой. У нее мама умерла рано. Отец упырь какой-то. Просто обидно то, что я человека пускаю в свой дом, а она на меня за это еще и собак спускает. Это метафора. Гжель. Да, гжель. А что, простите? Папа увлекается. Извините. А, ничего. Вы ссорились? Ну как? Нет чего с ней ссориться. Она мне тут... Такие скандалы закатывала. Mm. Ох, такие сцены были. Какие сцены? Просто Юля, она удивительный человек. Она просто гениально торгует своими несчастьями. Вот у нас однокурсник, мальчик на курсе учился, Влад, староста. Mm-hmm. Он помог ей курсовую написать. Mm-hmm. Она взяла его, декану сдала. Так вот просто. За что? Типа он курсовыми приторговывает. А он приторговывал? Да какая разница? Суть-то не в этом. Сам поступок. Жалко, парень хороший был. Он 3 года подряд поступал на бюджетное место, а его отчислили. А он потом с сердцем в больницу попал. Ну как так можно, а? И у меня из-за нее одни несчастья. Ну, что ж, есть такие люди на свете, к сожалению. Хотите чаю еще? О, нет, спасибо. Да, Бабкин. Вот так вот. Я надо забыла принять лекарство. Мам, потом. Нет, сейчас. Твое интервью? Ну, о чем можно говорить с бывшей моделью? По-моему, они даже читать не умеют. Что? Кто? Модели. А-а-а. Ты у нее так долго пробыла, я уже начала волноваться, хотела звонить. Мам, Конецкая удивительный человек. Но у нее такое жизнелюбие, почти звериное. Это она предложила пойти пообедать, и мы там... А я приготовила твою любимую запеканку. Мам, ну прости, я не смогла ей отказать. Ей вообще, по-моему, невозможно отказать. Ты знаешь, как она ест? Не знаю. Ты с ней обедала, не я. Она ест так, как будто очень голодна, но... Старается скрыть это от собеседника. Уверена, она бифштекс заказывает с кровью. Фу. Бифштекс с кровью. Фу. Блади стейк. Ужас какой-то. Блади стейк. Действительно, есть что-то звериное. Это очень привлекает. Уверена. У нее куча поклонников. Кстати, в следующий раз надо будет спросить ее о поклонниках. А ты что, пойдешь к ней опять? Угу. Хочу побольше узнать. Может быть, серию очерков напишу о ней.
А может быть, книгу? Или ты твердо решила больше не писать романов? Не знаю, мам. Поговорила с Конецкой и теперь не знаю. Ну-ну. Работай, работай. Работай, работай. Веста, да не тяни ж ты меня, иди сюда, господи. Вот, я и говорю, может, давай я тебя хоть на работу устрою к своему знакомому. Не-не-не, не надо, все нормально, хорошо. У нее были деньги? Да какие деньги? И отец там перечислял какие-то копейки. А потом, когда поссорились, так и вообще ничего. То есть? Ну, то есть я ее кормила, если вы об этом. Да и ладно, это все пустяки, мне несложно. Я всегда могу понять любую ситуацию. Просто можно же как-то себя вести нормально, по-человечески. Я прихожу из института, у меня все шмотки по квартире разбросаны. Мандариновые, апельсиновые корочки. Я хожу, все это собираю. Но опять же, окей, мне не тяжело же собрать. Ну, она мне при этом еще умудрилась скандалы закатывать. Нормально? Не понял. Это из-за того, что вы уборку затеяли? Ну, да. Почистила ковер и диван, все, нарушила ее личное пространство. В моем же доме. Нормально? Стоит белая вся, глаза бешеные, орет матом благим на весь дом. Ужас. Я потом полночи уснуть не могла. Лежу, думаю, господи, может, она сумасшедшая, мало ли что ей там в голову взбредет. Утром так подошла тихонечко, спокойненько. Юля, не могла бы ты съехать. Ника, кстати, не знаете, куда она съехала? И слава богу, нет. И знаете, неинтересно вообще. Thank you.
Ты что здесь делаешь? Звонил тебе, ты трубку не берешь. Куда ты? С ума сошел, маму разбудишь? О, как же я про маму-то забыл. Странно, что она тебя в сундук не запирает на ночь. Все сказал? Ну все, прости, прости. Прости. Прекрати. Можем поговорить по-человечески? А? Ну, 5 минут и все. Убери ногу. 5 минут, хорошо? Убери ногу. Все, все. Руку бери. Вот так. Ну, хорошо. Давай. Лен, ты че? Почему перестала писать? Что? Ну, ты писала роман про какого-то физика, который ты старалась поскорее закончить. Слушай, Вася, ты что, специально в среди ночи приехал, чтобы узнать, почему я не закончила писать роман? Да. Мог спросить в редакции. Подожди, ну ты не хотела разговаривать. Слушай, ну, Вась, ну какое тебе дело до моих романов? Слушай, сам удивляюсь, ну почему-то есть какой-то… Прекрати, я сказала. Бери руки. Ты плохо выглядишь. А, спасибо. Да нет, я не о том. Ты какая-то потухшая, неживая. Вспомни, от тебя раньше можно было прикуривать. Вспомни, как у тебя был глаз, когда ты говорила про этого физика. Странно, у него фамилия. Штадертман. Согласна. Альберт, да, Штадертман. Точно. Ты еще говорила, что он ходил с каким-то блокнотом, все время пишет, а под ноги не смотрит. Все боялась, что он угодит в какой-нибудь открытый люк и свернет себе шею. Вась, не надо, а. Ну почему ты нас остановился? Вась, мне нужен ингалятор. Все, давай. Тихо-т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 ихо. Вот, вот. Не нужен тебе никакой ингалятор. Дыши. Дыши. Дыши диафрагмой. Диафрагмой, вот. Вот и хорошо, видишь? Ну, рассказывай. Я не хочу говорить. Хочешь. Хочешь рассказать. Хочешь, чтобы тебе помогли. Хочешь снова писать. Ну, вспомни. Ты сидишь, пишешь роман, который практически готов. Он был готов. Тем более, что дальше? Я шла в редакцию. Так. Я несла роман. Это было в марте. Я шла мимо газетного киоска. И я увидела его фотографии. Чьи? Чьи фотографии? Лена, физика? Леночка, что случилось? Все нормально. Я проснулся, от тебя нет? Все, все добрый хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Не знаю, Петровна. Василий, во сколько у вас вечер. У нас уже глубокая ночь. Уходи, Вася. Тихо, Лена, тихо. Лена, встань! Отойди! На. Не волнуйся. Хорошо. Вы видите, до чего вы ее довели? Уходите и не появляйтесь здесь больше. Иди, Вась. Я непонятно сказала. Доброй ночи, Ольга Петровна. Все хорошо. Угу. Все хорошо. Все. На. Спасибо. Я думала, вы с Василием расстались. Мы расстались, мама. А зачем же он приезжал среди ночи? Просто хотел поговорить. Это, конечно, не мое дело. Но я не хочу, чтобы тебе сделали больно. Мужчины иногда это умеют. Когда твой отец ушел… Мам, перестань. Он просто хотел узнать, почему. Я больше не пишу. Конечно. 100 тысяч на дороге не валяются. Какие 100 тысяч? На. Полюбуйся. Я думал, ты знаешь. 100 тысяч. Давай-ка я тебе сделаю гоголь-моголь, а потом мы посмотрим какое-нибудь хорошее кино. Они очень тяжело жили все эти годы. Татьяна гордая была, никогда никого ни о чем не просила. Но вы знаете, гордость с маленьким ребенком на руках – это тоже не выход. Сначала она как-то справлялась. Это ее вещи, да? Да, конечно. А вот потом совсем плохая стала. Впала в депрессию. Когда Юльке было 10 лет, наверное, Татьяна так распустилась, что вообще решила убить себя. Она в ванной комнате вены резала. Вот как. Я так понимаю, поэтому ее и забрали в психиатрическую лечебницу? Да.
Нам объяснили, что при попытке самоубийства потом всегда направляют в психиатрическую. Да это я в курсе. А вы мне скажите, что же получается? Олег Борисович вообще, что ли, не помогал? Нет, вообще не помогал. Вы знаете, сам он Юлькой никогда не интересовался, а Татьяна никогда ни о чем не просила. Она, кстати, вообще старалась о нем ничего не слышать. Говорила, что он страшный человек. Я, кстати, очень удивилась потом, когда он приехал на похороны. Вежливый, приятный мужчина. Все оплатил, забрал Юльку и уехал. Вежливый, приличный, но тем не менее она его боялась. Думаю, что да. Юлька очень похожа на отца. И Татьяну это тоже пугало. Когда Татьяна узнала, что Юлька писала отцу, у нее случился нервный срыв. Она кричала, что будешь общаться с отцом только через мой труп. Как, в принципе, все и получилось. Это да. Она хорошая девочка, Марта. Мне кажется, ты могла бы дать ей шанс. С какой стати? Ну, потому что людям надо давать шанс. А. Ты же в молодости тоже наделала глупостей. А знаешь, в чем твоя главная ошибка, Валечка? Ты готова всем все прощать. От этого все твои проблемы. Ну, ты подумаешь. Обещай мне, что подумаешь. М? Подумаю, подумаю. А ты молодец. Разыграла все как по нотам. Ты о чем? Ну, я имею в виду эту историю с духами и все прочее. Ты ведь специально это придумала, да? Слезу упустила. Дурочку включила. Марта Рудольфовна, вы такая красивая. Я так хотела бы быть на вас похожей. На что она эта Марта Рудольфовна купится, к бабке не ходи. Значит, ты все слышала? Угу. Думаешь, она меня не выгонит? Разумеется, нет. Она тебя еще больше полюбит. Правда, неизвестно, что лучше. До свидания. Да, всего вам доброго. Ой, одну секундочку, Макар, извините, чуть не забыла. Здесь еще есть фото. Фото. Красивое. А кто это? Я не знаю. Это какая-то дальняя Танина родственница из Москвы. Она то ли актриса, то ли модель. А вы имени не помните? Кажется, Магда. Нет. Нет. Марта. Марта Конецкая. Вы еще здесь? Марта Рудольфовна. Мансуров прислал приглашение на свою выставку. Пойдешь? Не знаю, не решила еще. Так вы действительно хотите стать красивой? Пожалуй, дам вам шанс. Мне просто интересно посмотреть, что из этого получится. Более того, я даже согласна с вами поработать. Ой, я даже не знаю. Марта Рудольфовна, спасибо вам. Не меня благодарить, Валентину. Она вас защищала. Ну что, Валь, довольна? Очень. А вы, Юленька, слушайте Марту Рудольфовну. Уж если кто и знает о красоте, так это она. В общем, я выяснил, у Сахаровой в Москве есть тетка Марта Конецкая. В молодости работала то ли актрисой, то ли моделью. В общем, всю информацию я выслал тебе на почту. Давай, давай, Серега, пока. Руки на капот, быстро! В чем дело? Капот! Ребят, в чем дело? Руки назад, назад, назад. Тихо, тихо, что такое? Что, что случилось? В чем проблема? Блин, ну вы даете, а? Держи-ка.
строго. Распишитесь. Капитан, а что с алкашом делать? Разберемся. Ночью в больнице убили сторожа. Скажешь, не ты? Товарищ капитан, ну можно мне хотя бы позвонить, а? А я говорил, зря ты к нам приехал. Да подожди ты. Товарищ капитан! Твою мать. Да, отлично. Смотри, какая тетушка Сахарова крутая. И что теперь с этим делать? М? Так. Хотел бы я знать, где носит этого абонента. Лидия Юрьевна, посмотрите, среди них есть гражданин, пытавшийся обманным путем получить медицинскую карту Сахаровой. Вот этот справа. Распишитесь, пожалуйста, и можете быть свободны. Благодарю. До свидания. До свидания. Следующий! Да-да, проходите. Аккуратнее. Вам удалось рассмотреть человека, входящего в здание больницы? Так темно было. Вы можете его опознать? Он есть среди них? Да. Вот. С краю. Повернитесь-ка. Хорошо. Пройдите туда. Обратно. А спинку попробуйте выпрямить. Да, тяжелый случай. Тут надо менять все кардинально. Запомните одну вещь, девочка моя. Есть красота минутная. Посмотрел, поразился и все. Неинтересно. А есть другая красота. Когда хочется смотреть и смотреть. Хотя вроде... И нос крупноват, и глаза маленькие, и уши оттопырены. Вот это и есть настоящая красота. Именно это из вас можно сделать. Из чего ты взял, что там криминал? Может, Добровину перекупил другое агентство? Она бы сказала. Наивный ты, Вася. Вот как ты себе это представляешь? Конкуренты заплатили ей, чтобы она перестала писать? А почему бы и нет? Тупо, Борь, тупо. Зачем убирать с рынка тиражного автора? Ей страшно. Ее кто-то здорово напугал. То есть ты хочешь сказать, что она кого-то очень точно описала, какое-то реальное преступление, и ее напугали? Не знаю, может быть. Да брось ты, Вась. Так бывает только в бульварных романах. Она еще говорила про какого-то физика. Как его? Фамилия еще жутко такая. Штадертман. Штадертман? Ага, да. Штадертман. Альберт Штадертман, точно. Она писала с него главного героя в новом романе. Знакомая фамилия. А, мы печатали его некролог. Некролог? Ну да. Он умер в январе. Там еще какая-то нелепая история с его смертью. В какое время вы видели этого человека, входящего в здание больницы? Я же говорю, темно было в ночь. Фонарь горел над входом. Из Москвы, тихо! Алло, Стрельников, слушаю.
Да. Да. Понял. Понял, сделаем. Дежурный! Забери этого в обезьянник, пусть проспится. Не надо, я сам. Повезло тебе, Макар Андреевич. Можешь ехать. Но запомни, в следующий раз может не повезти, понял меня? Свободен. Что там? Ничего, работай! Главное – это осанка. Подберись, подберись. Где четыре точки? Пятки, попа, лопатки, затылок. Должны касаться стены. Поняла? Да. Держись. И запомни, детка, не важно, что на тебе надето, не важно, как ты накрашена, как причесана. Главное – держать спину. А современные девчонки все поголовно сутулятся. А потом в 30 лет уже бегут к хирургу пластику поднимать грудь. Или носят вот эти вот чудовищные бюстгальтеры с арматурой. Так что, если будешь правильно держать спину, тебе еще долго не понадобится ни хирург, не бюстгальтер. Давай попробуем пройтись. Тихонечко. Хорошо. Молодец. Умница. Что? А, опять мы мечтаем о Романе Мансурове. Хорошо. Пошли. И вот тебе стимул. Будешь прилежно заниматься, возьму тебя на выставку. Познакомлю с Ромой. Он большой ценитель женской красоты. Он будет жюри и скажет, удалось нам сделать из тебя красавицу или нет. Так что готовься, в пятницу пойдем. Правда? Вы возьмете меня на выставку? Конечно, правда. Только, Золушка, вымой зеркала в ванной, я второй день прошу, и книжки собери. И про спинку не забывай. Хорошо. Умница. Алло, Серый. Здорово, Макар. Слушай, часа через три буду в Москве. Не телефонный разговор, давай, все на месте поговорим. Ты еще где, сам? Ты рядом с домом к тетке закрой. Слушай, я что-то не пойму, а что Тагоев нам ничего не сказал, не? Серый. Тагоев про нее не знал. Она какая-то троюрная тетка. В общем, седьмая вода на киселе. Понимаешь, Татьяна с ней не общалась. Ну, понятно. А безопасники не почесались ничего узнать о родственниках. Опа. Серый, что замолчал-то? Алло, Серый, что там у тебя? Мне кажется, это Юлия Захарова. Так, ты уверен? Нет, но очень похоже. Ага. Я тебя понял. Слушай, значит, все-таки живет у Конецкой. Ясно. А что делает? Пошла куда-то. Ну что, мне здесь ее подождать? Не-не-не. Проследи за ней. Только смотри, не свети. Иди, Серый, понял? Давай, все, пока. Ясно. С этой работы даже поесть нормально нельзя. Давай выйдем. Давай.
звонок. Юля или не Юля? Ладно, проверю. Ладно, я все сделаю. Ты устраиваешь старухе несчастный случай, а я плачу тебе за работу. Или так, или никак. А если окажется, что денег тебе не дадут? Не окажется. Я видела завещание. Валентине отписана дача, а все остальное родственникам. А ты здесь при чем? Я единственная родственница. А мне вот интересно. Если я, к примеру, сейчас пойду к твоей тетушке и все расскажу. Сколько нам денег даст за такую информацию? Ты что делаешь? Знаешь, сколько сил у меня ушло на то, чтобы войти к ней в доверие? Все терплю, соглашаюсь со всем. Ты думаешь, это легко? Может быть, я из последних сил держусь. Но если какой-то идиот вздумает мне мешать, то я задушу его собственными руками. И это у меня получится, ты знаешь. И мне за это ничего не будет. Все, ладно, 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 я пошутил. Убирай. Я дам знать, когда она захочет выйти из дома. Ладно. Она заказала Конецкую! Сережа, ты меня достал, я тебя прекрасно слышу. Макар, и что будем делать? Слушай, отстань от меня, я думаю. Нормально, думаю. Слушай, надо в полицию сообщить. Давай я позвоню этому Калашникову из 101-го. Ну и пусть они сами разбираются. Так, ты мне скажи сначала, ты узнал про парня, который с Сахаровой разговаривал? Конечно, узнал. Молодец. Не зря я за ним полдня ходил. Так, вот, Савельев Павел Юрьевич, 88-го года рождения, в анамнезе 3 года условно за кражу. Героиновый наркоман скупает у некого хана. Кстати, должен ему денег. Вот красавец, а, и туда влез. Как ты про хана-то узнал? Да у ребят из наркоконтроля. Хан у них в разработке. Ну что, звонить Калашникову? Так, Сережа, слушай сюда. У нас заказчик кто? Не Калашников твой. У нас заказчик Тагоев. Он платит нам бабки за то, что мы ищем его дочь. Мы ее нашли. Больше я в это дело лезть не хочу. Так что сейчас мы собираемся, едем к этому Тагоеву, отчитываемся о проделанной работе, получаем гонорар. И пусть он делает со своей дочерью, что хочет. Погоди, погоди, а Конецкой как? Да что ты пристал ко мне со своей Конецкой? Да потому что пока ты такой с докладом будешь ходить, Конецку могут грохнуть. Сережа, включи мозг, а? Сахарова хочет устроить Конецкой несчастный случай, когда та будет выходить из подъезда, так? Время 00:30 ночи, Сережа. Ты думаешь, модели 70 лет по клубам ходят? Ну, почем я знаю? Между прочим, знакомых моделей у меня нет. Так, ладно, все хорошо. Ты меня достал уже. Если тебе так хочется, пожалуйста, езжай на Сретенку. Карауль, сколько тебе влезет. Я уехал в Тагоеву. Сейчас? А чего ждать, Сережа? Чего ждать? Мне уже это дело вот где сидит. Быстрее сдам, слава богу. Все, я уехал. Информация, касаемая вашей дочери. Спасибо за работу, Макар. Не ожидал, что вы так быстро найдете Юлию. Остальным займется моя служба безопасности. Ваш гонорар. Да, простите, Макар. Вы ни с кем не обсуждали больше эту информацию. Олег Борисович, существует профессиональная этика. Всего доброго. До свидания. Разберись с этим. И привези мне Юлию. Да. Сделай все, чтобы она была жива. По крайней мере, до тех пор, пока я с ней не поговорю. На обед? Брокколи? Марта же ненавидит брокколи. А она сегодня обедать не будет. Это для Валентины. А куда она собралась? Не знаю. Сказала, что просто обедать не будет. А когда вернется, не сказала? Нет. Угу. Слушай, мне тут отбежать на пару часов надо кое-куда. Можешь меня прикрыть, а? Соврю что-нибудь. Ну, мол, я Валентине за лекарствами пошла. Запросто. Спасибо.
Где же они? А что ищешь, Сереж? Да так, вещь одна. А, понятно. Вот эту. О, спасибо. Так куда это ты собрался, Серег? Вот по бульвару погуляем. А как, по бульвару на машине гулять собрался как-то? Так, давай колись, что задумал? Конец решил зайти. А чё ж сразу не сказал, Серёг? Да потому что ты считаешь, что дело уже закончено. И дальше не наша проблема. А я все-таки думаю, что надо поговорить, предупредить. Так, Серёг, стой. Серёж, мы с тобой вчера обо всем договорились, а? Всю информацию передали Тагоеву. Он прекрасно знает, что если что-то случится с Конецкой, мы в курсе, что ее заказала Тагоевская дочь. Дочь, я понял, да. Ты же понимаешь, он потом в жизни не отмоется. Да. Обо всех выборах можно будет забыть. Так неужели ты думаешь, что он не позаботится о том, чтобы с Конецкой ничего не произошло? Серега, какие аргументы тебе еще нужны? Да, конечно, Тагоев может и позаботиться, но поговорить все-таки. Держи, надо. Как ты себе это представляешь? Извините, Марта Рудольфовна, вы не волнуйтесь, но вас заказала ваша племянница. Ты что хочешь, бабку раньше времени в могилу вогнать? Я нежно постараюсь, без приступов. Дверь закрой. С собачкой не забудь погулять. Вот упертый, а?